Ну что ж, друзья мои, я заряжаюсь от этого великолепного, чудесного, волшебного творения Михаила Шемякина. Он, кстати, находится в нашем измерении, и я знаю, что великим людям, успешным людям, им важна похвала и признание. Очень бы хотелось мне свой импульс ему послать, с ним как-то пообщаться. Ладно, дальше все по программе. Двинул он туда, сейчас через мост. Здесь я ходил в мороз. Это все есть на канале. Я просто бежал. Руки у меня сжигались. Даже сквозь перчатки, насколько было холодно. Холодно. Сейчас перейдем через мостик. И там посмотрим. Так. Там есть пиццерия, и, кстати, я хотел сказать, что там я единственный раз в жизни наблюдал такую табличку рукописную. Места заняты, типа, не заходите. Не знаю, даже думаю, отдохнуть, что ли. Отдохнуть, не отдохнуть, ребят? Как думаете? Или уж дома отдохнуть? Или в могиле отдохнем? Как считаешь? Это я называю тухлый московский сквер. Ну, почему тухлый? С трудом я, конечно, выживаю. Мне Аня, с которой у меня интервью записано, в разделе интервью, беседа с Анной Рашиной. Посмотри. Кстати говоря, обязательно посмотри, друг мой. Это моя гордость. Это беседа, эти беседы в целом. Она спросила меня, как ты с такой головой, как у тебя, вообще живешь, выживаешь, насколько же тебе трудно. Да, верно сказала, и я никакой радости не испытываю от этого, от мега-развитости своего сознания. Никакой радости, это я вам скажу, что 50-50, и потом еще связано с большим риском, потому что помните, ребят, что людей, которых мыслят как-то по-особенному, их, как правило, общество убивает. Ну, есть несколько способов. Сжечь на костре, засунуть в сумасшедший дом. Там. Ну, много разных способов есть. Я вообще дивлюсь, что насколько много у людей способов испортить друг другу жизнь. Но улучшить жизнь тоже есть способы, поэтому я говорю, что слава богу, что я живу в 21 веке, полностью этим доволен.